Раз встречался с хорошими девочками, вы, если вы девочка, наоборот, встречались с плохими мальчиками? Нет, мальчики у меня были все хорошие. Тоже положительные? Ну, на самом деле, я из этого вышла из возраста вот этого вот девочки наоборот. Я вышла уже где-то там в лет так 15, поэтому, когда я начала встречаться, наконец, с мальчиками... Вы только в 15 начали встречаться? Я гораздо позже начала встречаться. А что вы говорите? Я же вам сказала, что я в 18 выглядела на 11. Так вы знаете, сколько любителей? Это вы просто не нашли. Знаете, это попахило бы нарушением законодательства. Ну да. А у вас есть мужской типаж? Вам какие-то определенные мужчины нравятся или нет? Нет, вообще. Ну что для мужчины вот главное в вашей семье координат? Что вы цените? Какие мужские качества? Они, может, не обязательно вот именно мужскими, но вот, вот ваш мужчина, опишите его. Я не текущего имею в виду там партнера, а вот в принципе как бы идеального. Ну, мне важно, чтобы... Это, на самом деле, ко всем мужчинам относится, там, да? Угу. Дружу я с ними или... Ну, да-да-да, я это имею в виду, да, вот. Это должен быть деятельный человек, который... То есть лентяев вы не любите? Нет. Сиборитов? Да? Нет. А-а-а. Кстати, больше всего в мужчине я не люблю обидчивость. Ага. За обидчивость вот просто сразу, если обиделся, сразу разворачиваюсь и ухожу. Сразу же, в металле, потому что это самый плохой показатель для мужчины. Угу. То есть это женская черта, да? Это женская прерогатива, оставьте ее нам. Боже, воруйте у нас. Женя обижает мужчин, подумал я про себя часто. А обидчивых, да, но люблю деятельных, люблю, когда... ответственный, что ли, с юмором. Ну, это, знаете, это такие банальные какие-то вещи. Ну, а какие-нибудь технические характеристики есть? Я не знаю, рост, там, масть. Если вот так вот поставить тех мужчин, ну, в карточки, которые у меня были, это такая разномаслица. Хотел бы я посмотреть на эту галерею. Я думаю, что очень многие бы пожелали посмотреть. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».